едем. Это мы выехали из Сан-Пита. Как эта дорога называется, не знаю. Очень длинный мост. Мост. Смотри, какой высокий. Сам по себе на взлет пойдем. Американские горки. А там дальше нет моста, мы дальше полетим. Ты это брось, меня страховать. Круто. Я думаю, наверное, стоит немножко сбросить скорость на выезде просто. А тут ничего не написано, скорость сбрасывать. Я знаю, новички все прут. И я также еду. Мне так страшно. Такой узкий мост. Страшно? Чего? О, в американские горки поехали. А, ну когда по нем едешь, так особо незаметно. Ну сейчас мы там в конце отключим. А что это такое? Вот это? Да. Это пилоны, на которых держится мост. Это пилоны, которые держат мост. Это какая-то машина грязная. А куда? Ник, это будет немножко вон слева, сними пилоны, красиво очень. Это мост привязали к небу. Да. А все так скорость сбрасывают, в конце сбрасывают. Это страшно, не, ну, слушай, там сейчас, нету ничего. Сейчас полетим. Смотри, вниз. Как высоко. Красота. Сейчас вниз полетим. Это что? Это практически океан. Нет, не ори, а. Это тренировка перед этим. Перед ровокостером тренироваться можно. Он снимет сзади, потому что если сейчас будет плохо, это как сбоку было классно. Так он причем такой какой-то мост заворачивает куда-то. Там неровный такой, по дуге. В общем, и справа, и слева вода. Вот это не знаю. Вот говорит, надо заехать на какую-то ферму аллигаторов, но я не имею ни ближайшего понятия, где она есть. Это, оказывается, место для рыбалки там внизу.